смешно. Идем к Кэти.
трассе.
Ну что, друзья, моноколесо как инструмент видеографа
И это потрясающе. Как инструмент фотографа, инструмент путешественника. Для того, чтобы хватить максимальное количество красоты. Это вещь просто потрясающая. Я попутешествовал, воздухом подышал, ни капельки не устал. И для вас вот такую обзорную видеоэкскурсию снял. Кстати, вот здесь купаться можно. Здесь общество моржей. Приходите, зимой и летом здесь прорубь всегда работает для вас. Водичка чистенькая, холодненькая, здоровенькая. Звуки никакие накладывать не буду. Звуки природы, чтобы вы составили представление себе о том, как здесь вообще гулять, какие звуки здесь отовсюду. Естественно, вдоль дороги шумы, ну а внутри парка тишина, красота. Приходите в парк Победы Московского района, город Санкт-Петербург. Здесь красота необыкновенная. Вот эти дубы, которые в центре, они вообще листву до весны не сбросят. То есть красиво будет всегда. Зимой здесь работает каток. Гагарин парк для деток. Там, где обзорное колесо и много всяких аттракционов. Парк замечательный, очень красивый. Рекомендую посещение. Всем, кто смотрел, лайкусики. Спасибо, что смотрите. Пока-пока. Вставайте на колеса. Становитесь счастливыми людьми.